Значит, вопросы вы можете задавать в любое время. Другое дело, смогу ли я на них ответить сразу или нет. Я буду рассказывать о происхождении физической законности. Да. То есть мы как-то со школы понимали, что физическая законность, что такое язык прямой, как, например, прогресс, вероятность или законы гравитации. Оказывается, что есть системы, конденсированные системы, в которых аналогичные законы возникают в близких энергиях. То есть их вначале не было, вначале, кусок металла возьмете, ничего там, симметрии никакого нет, но когда вы пойдете на низкие энергии, вы видите, что постепенно что-то возникает. Что-то возникает в некоторых системах, очень похоже на то, что мы имеем в нашей Вселенной. Тем самым проводится аналогия между конденсированными следами и квантовым вакуумом, то есть вакуум квантовым телекожи, который описывает нашу Вселенную. И основной ингредиент, который важен для восстановления этого соответствия, это является топология. Оказывается, именно топология приводит к тому, что некоторые системы топологически нетривиальны, таких как даже обычный металл, он немножко более сложный, возникают вот эти вот физические законы при низких уровнях. Основная идея этой аналогии, она на самом деле связана с идеей Ландау о том, что любая система, тоже металл, например, жидкость или сверхтекущая жидкость, несмотря на то, что она состоит из очень большого числа элементов, ну, 10 степени, там, сколько, 23 по одномерной симметрии, и поэтому описать ее довольно сложно, у нас нет таких компьютеров, чтобы описать такую систему, вряд ли когда-нибудь будет. Но при низких энергиях выясняется, что любую такую систему можно представить себе как основное состояние, или вакуум с точки зрения квантового телеполя, и небольшое количество возбуждений. Эти возбуждения могут быть фермионами, могут быть и бозонами. И если одновременно есть и фермионы, и бозоны, то у вас возникает квантовый теорий поля. Что такое квантовый теорий поля? Это теория взаимодействия квантовых полей, фермионов и бозонов. А в некоторых системах эта квантовая теория поля не является релятивистской, а в некоторых системах она очень похожа, то есть просто является релятивистской, но со своей скоростью света, естественно, которая это может быть на 10 порядков меньше, чем настоящая скорость света. Но все эффекты, потому что даже гравитация, они вполне воспроизводятся. То есть главное, что нам нужно сейчас принять, это то, что основное состояние конденсированной среды – это аналог вакуума нашего вселенского, а те аналоги возбуждения, квантчастицы, как называют конденсированным светом, они аналоги элементарных частиц. И в некоторых случаях просто есть соответствие one-to-one correspondence
теми или другими. То есть я расскажу в том числе и о той системе, в которой возникают киральные фермионы. Киральные фермионы — это составная часть стандартной модели, потому что все фермионы стандартной модели, они либо в одном, по крайней мере, просто спирали, либо левые частицы, либо правые частицы, они описываются уравнением Вейля, а не Дирака. Уравнение Дирака описывается только при низких энергиях, когда происходит нарушение стандартной симметрии, появляется масса, а так они описываются спинорами, обычными по-моему. Возникают, помимо этих фермионов, возникают еще и бозонные коллективные моды. Эти бозонные коллективные моды, они просто точно повторяют калибровочные поля. Один поле, два поля, то есть поле электромагнитное, поле слабого взаимодействия. Может даже в некоторых средах, такой среды, к сожалению, у нас нет, оно может и сильно взаимодействовать, просто производить. Ну и кроме этого возникает гравитация. То есть гравитация — это не есть что-то такое. Это есть нечто, что возникает при низких энергиях. Причем гравитация, кстати, возникает во многих системах, даже не топологических. Но это только, так сказать, 1/2 гравитация, половина гравитации. А полная гравитация с уравнениями, которые описывают само гравитационное поле, и движение частиц в гравитационном поле, оно возникает вот именно в топологических системах. Ну и, естественно, предположить, что наш мозг будет в топологической системе, я для него тоже буду писать соответствующие моменты. Так же, как у металла или все-таки очень жидкости, в вакууме есть характерная энергия. Ну, какова эта характерная энергия? Мы знаем, что вот есть некая фундаментальная постоянность, которую можно эту энергию получить. Ну, насчет того, что эти постоянные фундаментальные, у меня есть сомнения, поскольку аналогия с конденсатором света показывает, что на самом деле это не обязательно. Но пока в нашем низкоэнергетическом мире они являются очень хорошо сохраняющимися фундаментальными, в этом смысле постоянными. Не видим пока, что они могут меняться. И действительно, если посмотреть, насколько они могут измениться там, при разных условиях, это у нас такой метод, что мы сейчас экспериментально проверить это можем. Но в любом случае, какая характерная энергия нашего квантового вакуума? Значит, мы из постоянной планки скорости света и гравитационной постоянной можем составить вот такую комбинацию, которая имеет размер энергии. Это единственная характеристика, характеристическая энергия нашего квантового вакуума. Она выглядит 10^15 GeV, или в переводе на Гильман это 10^340. Ну и теперь мы можем сравнить эту энергию с энергией даже вот в тех ускорителях, которые мы имеем, даже если это 10 ТЭФ, то это 10^17 Кельвин, то есть 15 порядков. А если мы сравним температуру, ну это энергия прислала до 10, здесь мы 16 планка. А если мы сравним с температурой, ну, с космической температурой, возьмем Вулканта Дейджа, то эта температура порядка 1 Кельвина. Ну, то есть это 10^32. То есть мы живем при чрезвычайно низкой температуре. А при чрезвычайно низкой температуре с конденсатором света мы знаем, что это в основном вакуум плюс небольшое число возбуждений, небольшое число элементарных частиц. Мы видим, что действительно у нас элементарных частиц очень мало, они очень сильные. Кроме того, если мы посмотрим на космологию, мы знаем, что есть разбегание галактик, и это разбегание галактик происходит вот по такому закону Хаббла, что скорость, как функция расстояния, она пропорциональна, она не постоянная по Хабблу, постоянная Хаббла как зависит от времени, помноженная на расстояние.
состояние до этой галактики. А вот эта величина H, это имеет характерный размер частоты или энергии поклонной механики, если мы сравним его с планковским масштабом, это 10⁻⁶. То есть это означает, что отклонение от равновесия чрезвычайно малы. То есть мы практически находимся в стационарном вакууме, потому что это движение практически можно пренебречь по сравнению вообще с характерной вакуумной энергией. Это значит, что мы практически, что наша Вселенная, она чрезвычайно близка к равновесию. То есть надо изучать состояние, когда свет близко к равновесию, и температура, которая чрезвычайно мала. И вот мы должны, так сказать, понять основные свойства такой равновесной системы. Ну и оказывается, что свойства системы зависят от неких топологических классов, то есть от неких топологических характеристик вакуума. Изначально, когда Ландау строил свою теорию Фермер жидкости, Бозер жидкости, которая, в общем, основана именно на том, что есть основное состояние плюс малое число возбуждения, то он исходил в основном из трех. Квантовая механика, естественно, должна, законы квантовой механики должны быть применимы. Дальше мы рассматриваем систему большого числа частиц. То есть это мы не более системы. Потому что вакуум системы практически бесконечный, чтобы каким-то образом симулировать, нам нужно тоже нечто бесконечное, то есть состоящее из большого числа частиц. Нам нужно знать свойства основного состояния системы, обладающих очень большим числом частиц. Значит, для этого надо знать квантовую механику, которая управляет динамикой каждой из этих частиц. Кроме того, термодинамика. А термодинамика — это такая вещь, которая возникает именно в системах с очень большим числом элементов. То есть возникает то, что в английском языке называется emergence, а в русском языке до сих пор нет соответствующего перевода. То есть emergence, ну, как бы само собой возникающее. Так вот, термодинамика — это и есть то, что само собой возникает на пределах очень большого числа элементов, когда все сводится к очень простому описанию термина температуры, энтропии, давления, что там еще, полного момента момента и так далее. И очень важный фактор был симметрия. Симметрия основного состояния, симметрия вакуума или симметрия просто равновесного состояния. И, собственно, Ландау и был родоначальником, так сказать, систем с нарушенной симметрией. То есть то, что потом легло в основу стандартной модели, которая возникала симметрия. Значит, симметрия ответственна за сохранение, закона сохранения, то есть закон сохранения импульса, например, это результат однородности пространства, закон сохранения энергии — это результат однородности по времени, ну и так далее. А кроме того, есть еще разные другие симметрии, которые я немножко про них тоже скажу. Но в то время это создавалось больше, чем 50 лет тому назад, не было основного ингредиента, который был обычен, это топология. Вот и выяснилось на самом деле, что топология, она является более общей, чем симметрия. То есть сама симметрия и законы, которые из нее следуют, они на самом деле возникают из топологии. Я хочу это попробовать объяснить на некоторых примерах. Значит,
современной физике есть фактически два парадокса. Ну, парадокс, пожалуйста. Две наиболее важные проблемы. И они решаются либо с использованием топологии, либо с использованием термодинамики. И то, и другое является основным важным элементом. Значит, насчет квантовой механики происхождения говорить не буду, потому что я его не знаю. То есть я считаю, что квантовая механика, она изначально встроена во все это. А о происхождении всего остального, об этом можно говорить. Значит, что мы имеем? Масса кварков и масса лептонов, то есть масса элементарных частиц, нейтрино, электрон, кварки, у-кварк, д-кварк, топ-кварк и так далее. Даже топ-кварк, у которого энергия 174 Гева, она все равно намного порядков меньше, чем планковская энергия, 18 порядков меньше. Да, он был пропущен, вот это, к сожалению. Значит, это проблема иерархии. Значит, первая проблема – это проблема иерархии, вторая проблема – проблема вакуумной энергии. Значит, проблема иерархии. Она заключается в том, что все массы элементарных частиц, ну, массы, в конце положения, что есть покоя, они все очень малы по сравнению с характерной энергией. А если мы смотрим с точки зрения конденсированной среды, то у нас есть характерная энергия, планковская энергия. Какого порядка энергии должны быть у элементарных частиц? Казалось бы, у вас другого ничего нет, кроме как вот этого параметра, планковской энергии. Значит, это самое естественное, и действительно там в изоляторах мы это имеем, что энергия элементарных частиц должна быть порядка планковской энергии. То есть другого параметра нет. Ну, либо ноль, либо планковская энергия. Две другие размерности. Сейчас по размерности ничего лучше. Поэтому представим себе, что Вселенная именно так устроена, что она состоит из частиц, у которых масса порядка планковской. Тогда даже при температуре от 1 дева Больцмановский фактор, если энергию поделить на d, это 10 минус 10 16. То есть это чисто ноль. Это означает, что число элементарных частиц, которые мы имели при вот этой низкой температуре, которая сейчас есть, просто не было их вообще. Просто с неимоверной средней точностью. То есть мы жили бы, то есть мы не жили бы, просто это была бы полная пустыня. То есть вы говорите, что если температура у вас 1 Т, да, то элементарные частицы родиться не могут. Ну вот такой у нас. Планковский. Да, конечно. Планковский. Да. Планковский энергии называется. Планковский немолос. Да. Вот. Поэтому это действительно вызов. То есть почему мы все не заморожены. И этот вызов, он, если его сравнить с тем, что с так называемой парадоксом космологической постоянной проблемы. Проблема космологической постоянной, то если мы оценим, чему равна плотность энергии вакуума. Плотность энергии вакуума мы тоже можем оценить из, просто из величины планковской энергии. Это есть энергия планка в штате Сенкова. Ну, поделить надо на циркуль, чтобы было действительно плотность энергии. Вот, но эксперимент показывает, что вакуумная энергия, которая входит в уравнение Эйнштейна, дает нам космологическую постоянную, она на 120 порядка меньше. То есть это вот эта проблема космологической постоянной. Вы видите, что эта проблема космологической постоянной соответствует 120 порядка, а здесь 10-16 порядка. Поэтому это еще более серьезная проблема, чем вот эта. Откуда взялись, как вообще может возникнуть жизнь с такой вселенной, у которой характерный размер порядка планковской энергии. Ну и оказывается, что топология, она дает ответ на этот вопрос, то время как термодинамика дает ответ на второй вопрос.
А топология говорит, что топология просто следует, что масса кварков, масса лептонов, в принципе, должны равняться нулю. И только там где-то на очень низкой энергии, возможно, там какие-то нарушения спонтанной симметрии, которые приводят к маленькой, да, существенной для нас массе кварков лептонов. То есть вот об этом, об этой причине топологической я не говорю. Значит, почему, собственно, нет никакого замерзания при таких низких температурах? То есть кто защищает эти безмассовые, практически безмассовые кварки электроны, безмассовые частицы, которые могут не защищать? Вот. Но оказывается, что защищают топологию, это топология, которая очень похожа на топологию Ешер-ферромагнетика. Поэтому я про Ешер-ферромагнетика немножко скажу. Но эти ежи, они должны жить не в реальном пространстве. В реальном пространстве ежи – это такие, ну, типа монополия Торста Полякова. Это такие объекты, массивные объекты, которые имеют топологический заряд. Вот. А ежи в импульсном пространстве, они описывают однородное пространство. То есть это особенность в спектре возбуждения, что обязательно в спектре возбуждения должна быть точка, где энергия обращается в ноль. И поэтому спектр должен иметь вид E равняется C на P, то есть линейный. И поэтому фермионы, которые должны возникать в такой среде, где есть такие ежики в импульсном пространстве, они обязаны, они обязательно будут безмассовыми. Так, ну это уже повторение, что термодинамика появится. И все это связано вот с такими объектами. Значит, в металлах тоже есть безмассовые, как говорится, вещевые возбуждения. Там есть ферроповерхность, и те фермионы, которые живут из ферроповерхности, они имеют очень маленькую энергию, вплоть до нуля. И связано это с тем, что ферроповерхность на самом деле очень похожа, что это аналог вихрей в реальном пространстве. То есть ферроповерхность представляет собой такое особое с топологической точки зрения многообразие, которое является топологически устойчивым, его невозможно разрушить, и из-за этого, собственно, мы имеем металлы, несмотря на то, что есть, что электроны есть взаимодействие. Я про это не говорю. Значит, кроме таких вихрей, которые поддерживают ферроповерхность, есть еще ежики, которые позволяют существовать левым и правым фермионам. На самом деле, в импульсном пространстве могут жить разные объекты, то есть имеется в виду, что вакуум могут иметь разные, хотя они однородные в пространстве, но в импульсном пространстве имеются особенности, которые, например, похожи на монополии Дирака, на вихри, на ежи, ну и на скорпионы. Так, это чуть попозже. А сейчас я просто несколько слов скажу про, нет, может быть, еще рано. Вот.
просто легли и не жили. То есть это топологические дефекты типа монополии Дирака или космической стороны. Значит, все основано фактически на, опять же, на идее Ландау, который ввел так называемый параметр порядка. Но в сверхпроводниках и в сверхтекущих жидкостях и в газах ультрахолодных сверхтекущих параметров порядка это, в общем-то, комплексная функция Си. Энергия, которая энергия этого поля Си, она описывается в виде квадратичного и четвертой степени разложения, то есть альфа на модуль Си в квадрате плюс бета на модуль Си в четвертой плюс гамма на градиент Си по модулю в квадрате. Вот если не было этого четвертого члена, то было бы энергия для обычного уравнения Шрёдингера. И здесь стоял бы единица на двоих. Значит, вот это альфа, оно пропорционально Т минус температура перехода. То есть если температура перехода, если эта температура выше, чем то температура сверхпроводящего перехода или перехода в ферромагнитное состояние. Если значит, Т больше ТС, альфа положительно, минимум энергии соответствует просто Пси на минимуме, просто на нуле. Значит, при Т больше ТС, параметр порядка нет. Он равен нулю. То есть это означает, что симметрия не нарушена. Потому что симметрия физического закона, ну это что? Чтобы есть так называемая Оладин симметрия, что при Оладин симметрии Белаев уже это приводил, Си переходит в Си по Е степени и Фи. И Фи некий параметр. Вы видите, что если сюда поставить Си помножить на Е степени Фи, Е степени Фи выпадает, потому что здесь будет Си в квадрате. Если Фи не зависит от координаты, то тоже выпадает. И тогда энергия, она не зависит от этого Фи. То есть любое преобразование не меняет. Значит, этот параметр Фи пробегает в окружности, рядом на Фи. Поэтому У1 это пространство соответствующей окружности. Теперь что происходит, если у вас температура меньше ТС? Если меньше ТС, то альфа становится отрицательным. И тогда минимум соответствует, если сюда записать еще одну вторую, то минимум соответствует Пси. Минимум по модулю в квадрате равняется бета по дуге по модулю альфа. Это когда альфа меньше нуля. Причем фаза у нее может быть совершенно произвольной. То есть возникает состояние, то есть возникает новый баланс. Что это помогает? Это знаменатель, да, конечно. Прошу, чтобы свидетель. Альфа на модуле. Модуль альфа. Вот больше нуля. Значит, при этом фаза может быть совершенно призывной. Это означает, что раньше у вас было состояние, который вакуум не был выражен, у него было одно состояние.
повторение с пси равно нулю. То есть это на плоскости пси, нижняя часть пси, спиртная часть пси. Это была точка. Теперь вакуум может находиться в совершенно разных состояниях. Эти состояния, они практически описываются в этой фазе эфира. То есть модуль зафиксирован, а фаза может быть произвольна. То есть многообразие вакуумных состояний — это окружность. То есть каждая точка на этой окружности соответствует какому-то своему вакууму. То есть вакуум выражен. При этом симметрия нарушилась, потому что если мы находимся в этой точке и сделаем теперь преобразование симметрии, то есть умножим на две степени фи, то из этого вакуума получим вот этот вакуум. Это сдвинется. То есть произошло нарушение симметрии. Но важно знать, что пространство, многообразие вакуумного состояния, например, там современная теория поля добавляющих пространства модуля, оно, например, пространство рождения, оно находится на окружении. И это важно для существования топологических дефектов. Вот представим себе, что у нас есть струна. И при отходе этой струны у нас есть параметр порядка, который равен модулю C индивидуально на E в степени и мы можем сделать так, чтобы это фи зависело от корня. Чтобы при обходе вокруг этой линии фи менялось на WP или на 4P, или вообще не менялось. То примеры такие. Значит, пси равняется модулю пси R, R это шатрон, это координата цилиндрической системы, на E в степени и m на θ. Где θ — это угол при обходе вокруг, просто угол. Тогда, если θ меняется от 0 до 2π при обходе, то фаза меняется на 2πm. И она возвращает, и параметр порядка остается непрерывным, он возвращается сам себя. То есть это непрерывная конфигурация, но она имеет особенность где-то внутри, потому что есть такое отображение. Вот это сюда. Вот дальше у него все. При обходе вокруг этой линии переходит в какую-то что-то, например, эта точка соответствует какому-нибудь этой точке. Эта точка, в этой точке, и уже другое, потому что мы изменили угол. В результате происходит движение по этой окружности. Если мы обойдем вокруг, то что происходит здесь, в этой пространстве состояния? Мы тоже можем обойти вокруг, а можем и не обойти вокруг, пройти сюда, вернуться обратно. Или пройти два раза. Например, если n равняется 2, то когда мы идем вокруг этой линии, то при этом окружность обходится два раза. Таким образом, причем эту линию, которая здесь возникла, мы никаким образом, если произошел обход на один раз, то никаким преобразованием, никакой деформации этого вихря, никаким изменением вот этого поля пси мы не можем добиться того, чтобы этот контур, который мы один раз обошли, чтобы он перестал обходить один раз. Он будет всегда обходить один раз. То есть такие вот
вот поля разбиваются на классы отображения. Классы отображения вот этого контура, пространство, многообразие, параметры порядка, многообразие. И эти отображения, они образуют классы. Эти классы, они образуют группы. Но в данном случае это группа целых чисел. То есть мы можем каждый вихрь обозначать просто вот числом n. n — это сколько раз, когда мы обходим этот вихрь, здесь происходит обход по обратности. n — это есть топологическое число. Мы можем его, собственно, и даже не писать, чем мы равен этот, давайте разрешим. Значит, его сейчас n, топологическое вариант, и этот вариант можно описать как интеграл по замкнутому контуру от пары по этому контуру с n. И здесь d фаза по dn. То есть вы берете какое-то распределение в поле, вы знаете, как фаза зависит от координат, смотрите, как фаза зависит от поля этого контура, и пишите это, делаете его на пи, и получаете целое число. Это целое число не может меняться, если мы деформируем наше поле. То есть как бы мы поле не деформировали, все равно вот эта особенность остается, и она называется интеграл. И точно так же происходит с космическими струнами. Поэтому этот пример топологического элемента. Значит, как он работает? Поскольку это группа, есть, должен быть закон сложения элементов и умножения элементов этой группы. Слушаем с точки зрения сложения. То есть, если у вас, допустим, есть их топологического заряда 1, есть их топологического заряда 2, то ничего не знаю вообще про все это клубы, правомерные уравнения, тоже специально уравнения, интересно. Вот ничего не знаю про эти уравнения, мы можем сказать, что если вы эти две особенности, два вихря, соберете вместе, это вихри сверхпроводники. Обычно вихри сверхпроводники и вихри после газа, то есть на текущей жидкости. И, собственно, каждый из комментаторов, который работает, он вот эту таблицу умножения знает, что если вы сможете два вихря, то просто берете вот один вихрь, вот второй вихрь, вот четвертый вихрь соединили вместе. Что получится? Получится вихрь, у которого топологический заряд будет равняться 2. То есть 1 плюс 1 равняется 2. Значит, это закон довольно-таки на самом деле непростой. Потому что бывают ситуации, о которых я тоже скажу, когда степень отображения контура пространства состояния, оно будет другое. И этот закон изменится. И вместо 1 плюс 1 равно 2 будет 1 плюс 1 равняется 0. Ну и каждый экспериментатор, на самом деле, эту алгебру хорошо знает. Потому что для него это очень важно. Это означает, что два вихря, такие сингулярные, если их вместе соединить, то получится, то они просто аннигилируют, несмотря на то, что заряд, ну, если что у них один тоже заряд. То есть здесь, вот, в обычном, для обычных вихрей, это мы хорошо знаем, что если здесь это равно плюс 1, а вот это равняется минус 1, то суммарно будет 0. Ну, это обычно. Но здесь не 1 минус 1, а 1 плюс 1 равно. И такой закон мы продемонстрируем на примере турифейта по одной из текущих жидкостей. Так, это пример случая, когда у вас есть вихрь. Теперь я приведу другой пример, когда у вас есть не вихри, а монополия или ёжики. То есть изначально, на самом деле, когда Куликов делал доклад про ежи, он там все монополия, он знал, что они на самом деле являются монополией,
по-видимому, это был Огонь, который сказал, что вот то, что он нашел, это будет перенаправлено. Это называется доступ к Но я расскажу прямо более приземленную часть. Она вот это то, что ферромагнит. Это так называемый резидентовский ферромагнит. Что такое резидентовский ферромагнит? Это значит, что он описывается непрерывным полем. Значит, у нас было область карха по психопрограмме. То есть это вот эти случаи. Так это когда параметр порядка был скалярный. А теперь рассмотрим параметр порядка, который вектор. Вектор, допустим, логичности. И этот вектор логичности может принимать любые направления или любые значения. То есть это может быть или хороший, или затропный изолятор, который, ну, в качестве, ну, просто рассматривать случай как идеальный случай. Тогда параметр порядка есть логичность, и вместо этого мы должны написать, что это альфа модуль n модуль в квадрате плюс 1 вторая бета на модуль m в четвертой степени. Ну, также градиенты f в квадрате, если система не однородна. Ну и опять, если альфа есть пропорционально t минус dc, и если температура больше dc, то минимум соответствует m минимум просто равно 0. То есть никакой логичности нет. При высокой температуре у нас все затронуто. То есть есть симметрия. Симметрия называется SO3 симметрия или SO2, что почти то же самое. Это означает, что мы можем любое преобразование из вращения применить к этому состоянию, и оно все равно даст, ничего не изменится. Потому что он равен нулю, чтобы мы не умножали такую матрицу на F, оно останется нулем равновесия. В то время как гамильтониан, энергия, она инвариантна относительно. Вот это. И она и вакуум тоже остается инвариантом. То есть никакого нарушения симметрии нет, а нарушение симметрии возникает, когда температура становится меньше ТС. Тогда альфа становится отрицательным и возникает моментный момент равновесия. Квадрате равняется сейчас опять альфа. Теперь, что такое пространство многообразия вакуума, пространство состояния ферромагнита? Значит, это возникло ферромагнитное состояние, но модуль его известен, а вот направление, оно может быть совершенно произвольное, оно выбирается в зависимости от внешних условий, само как выбирается. И, значит, где меняется, на каком многообразии меняется направление магнитного момента. Ясно, что это на двумерной сфере. Поэтому пространство состояния обозначается обычно R, на вакууме оно есть нечто иное, как сфера S2. Двумерная сфера. То есть теперь, вот у нас двумерная сфера, я никогда сфера не отличается. Так. Вот двумерная сфера. Так, любая точка на этой сфере, радиус этой сферы равен вот этому модулю. Теперь любая точка на этой сфере, она определяет направление логичности вот в этом вакууме. Другая точка на этой сфере, она определяет другое направление логичности. То есть вакуумное состояние, состояние среднего энергии, они вырождены по направлению логичности. Мы имеем вот такое пространство состояние. Теперь посмотрим, вот возможно ли вихри в такой системе. Ну, казалось бы, можно написать, что вот взяли на логичность как функция
да? Вот такой вид. Какой сама будет от этого N, зависящий от ро. А здесь единичный вектор вдоль ро. То есть по радиусу нашел вихр. И гомотичность направлена по ежам вот в этой плоскости. Перпендикулярно делению. Казалось бы, это ежик, действительно. Если мы теперь посмотрим, куда отображается каждая точка, вот взяли контур, взяли какую-то точку, эта точка отражается в эту точку. Так, вот эта точка, она отображается в эту. Эта точка, она сюда пойдет. Это пойдет сюда и так далее. То есть в результате N движется сюда пойдет. В результате мы видим, что вот эта окружность, она отображается вот в этой окружности. То есть, казалось бы, все очень хорошо, чтобы это было замечательно. Такая же топология, как была окружность в окружности. На самом деле, эта окружность — это часть сферы. И теперь мы можем просто сделать некую деформацию, очень простую, такую, что когда мы просто типа складывали зонтик, то есть вот у нас торчат эти иголочки, а мы их будем потихонечку поднимать вот так. И тогда значит, вот, этот, вот эта окружность, она перейдет сначала в эту окружность, потом в эту, потом вообще согнется точка, и в результате из этого ежика еще не останется, а будет просто никакой сингулярности вообще не будет, а будет однородное распределение гомогеничности вот в этом направлении. Деформацию мы можем дать эту сингулярность. То есть эта сингулярность не физическая. То есть в принципе мы ее можем сделать, но она скорее всего развалится и перейдет в не сингулярное состояние. Вот, то есть ежи вихрей ферромагнетики нет, но зато есть ежики. А ежик он устроен так. Домагниченность, вот самый простейший пример ежика, как функция от R, это есть, значит, некая скалярная функция от радиуса, умноженная на единичный вектор R. Единичный вектор R это просто R поделить на R. И вот такой ежик, он оказывается топологически устойчив. Ну что ж, он устроен, так что есть точка, пример равный нулю, и из нее в разные стороны торчат иголочки по всем 4 пи направления. И этот ежик уничтожить невозможно, потому что если мы возьмем теперь уже не окружность, мы должны охватить сингулярность всем, чем можно, чтобы она полностью закрылась, то есть мы должны охватить ее какой-нибудь сферой. Вот мы охватили ее сферой, а потом смотрим, куда эта сфера отображается на сферу вот этого. Пространственные направления. Ну и видно, что когда мы здесь обходим сферу, то эта сфера тоже обходится один раз. А в принципе она может обойтись и два раза, и три раза, и ноль раз. И каждым таким обходом соответствует свой топологический вариант. То есть это отображение сферы на сферу, которая тоже, которая на самом деле можно описать вот таким вот вариантом. Ну давайте, как вам удобно, напишем вариант, дайте дальше. Значит, ну, новый какой вариант, первый вариант уже обозначает цифрами. Пусть n, значит, это интеграл по, так, ну, по этой, по sphere,
или по любой поверхности, на самом деле, это важно. Где и ЖК, значит, здесь у нас промагниченность L, умножить на dN от dx и продолжить умноженное на dN dx k, все это разделить на модуль n. То есть фактически от единичного жилья. И все это надо разделить на 4π. И тогда какое бы у вас не было распределение, какое бы поле M от L не было, ну, это слишком простой вариант, вообще, в принципе, можно построить какое угодно. А вы поставляете это распределение сюда, вычисляете, получаете, что эта величина всегда целая. Либо 0, либо 1, либо минус 1, 2, 3 и так далее. То есть это группа целых чисел. Вот на этом я. Значит, в этом примере у нас изначально была группа симметрии индетерминатов, группа гравитационных вращений, то есть группа симметрии. А после этого, после того, как произошло нарушение симметрии и возник вакуум с каким-то направлением, у нас осталась некая симметрия следующего. Эта симметрия просто связана с тем, что вы можете еще вращать вокруг этого объекта. Это симметрия О1. Это симметрия, ну, можно говорить, это С2, но С2, оно то же самое, что О1. Вот эта группа вращения вокруг уже вектора равных порядка. Теперь сфера, которая здесь была, сфера вектора n в равновесии, она просто определяется как фактор группа, то есть это пространство n, которое есть S2, она определяется как фактор группа S3 поделить на S2. То есть это пространство всех состояний, но мы должны учесть, что пространство всех вращений, но мы должны учесть, что вот эти вращения, они не дают ничего нового. Поэтому по ним надо факторизовать. То есть это и есть факторизация S3 по S2. Получается сфера. А в общем случае мы должны сказать, что есть группа G, группа физических законов. То есть в данном случае это группа S3. И есть группа H. Это группа симметрии, которая остаточная, которая осталась после нарушения симметрии. Вот эта симметрия. Даже эта симметрия нарушается. Вместо нее возникает H, группа подгруппа H, которая подгруппа полукартерского закона. И пространство вакуумных многообразий, это есть просто фактор группы G, поделить на H. В данном случае S3 поделит на S2. Вы видите, что на самом деле может быть много разных вещей. И вот стандартная модель, в том числе, которая так, не понял, о чем.
Да, вот стандартный модель. Есть пропуски, потому что на действие С3, обороты на то, что три на один, только пипка зарядка. Значит, после того, как симметрия нарушена, сейчас например, осталось не нарушено, а вот эта вот комбинация нарушена до некоторых подгрупп У1, которые тоже группы электродинамики. То есть у нас идет фотон, масса неприятности, все остальные приобретаются, а потом остается. Но похожие ситуации возникают в твердом теле. Вот, например, так называемый светотекучий гелий, который существует при температуре порядка миллигелия ниже, и который, в общем-то, наша лаборатория защищается. Там ситуация такая, что там есть группа поворотов, как в обычном пространстве, потом группа поворотов спины, потому что спина орбита очень маленькая, ее можно пренебречь, поэтому 2 из 3. А кроме того, есть У1, это вот то самое У1, которое вот для светотекущей жидкости присутствует, там все параметр порядка является скалярной функцией, там все умноженности на несколько нефиг. Это группа У1. Значит, существует две фазы. В одной из них происходит что-то похожее на то, что происходит в стандартной модели. То есть вот это С3 на У1, а С3 и С2, они очень практически одинаковые, то есть с точностью до дискретной модели. Вот. И С3 на У1, оно переходит, нарушается до вот этой комбинированной У1. Буквально даже так, как он здесь. Но помимо этого еще происходит нарушение спинного вращения, это уже дело совершенно второстепенное. Ну и есть еще, когда вот эта группа С3 на С3 нарушается до диагональной группы С3, это уже перекрытие. В общем, каждая из этих фаз имеет свои топологические дефекты. Ну, соответственно, и стандартная модель. Если мы расширим ее на великое объединение, ну, может быть, которое объединяет все сильные, слабые и электромагнитные взаимодействия, то это, например, группа S10. Да? Но справа все группы не глобальные симметрии. А здесь глобальные, да. А слева только локальные. А слева только локальные. И здесь тоже. Но сверху родниках локальные группы. Это могут быть такие полулокальные. Да, полулокальные могут быть. Одна часть локальная, вторая глобальная. Значит, если стандартная модель расширения там, великого объединения, то могут быть другие группы, и нарушение симметрии уже может происходить в два, может быть, там, в несколько этапов. То есть мы имеем такую ситуацию, что вот где-то там в районе Rand-Unification, там 10-15 ЖГБ, а может быть и выше, мы имеем вот это великое объединение, группа S10, которая нарушается, до вот этой подробы, которая представляет собой стандартную модель, и дальше еще она нарушается уже при более мелких, при более малых энергиях уже до нашего вакуума, в котором до сих пор сохраняется симметрия сильного взаимодействия и электромагнита. Значит, все это очень похоже, и действительно, вот, когда мы проходим по температуре, мы попадаем в состояние группы симметрии. Состояние с нарушенной симметрией, с выраженным вакуумом и с разным топологическим дефектом. Это вот схема, которая соответствует Grand Unification. Значит, то, что я в конце хочу говорить, это совершенно обратная схема, которая возникает на примере вот того же гелия-3 в фазе А, вот в котором вот эта симметрия нарушена. Значит, здесь уже практически не осталось никакой симметрии. Там лоросом вариантов нет,
конденсированная среда. И вот осталось только вот две симметрии. И больше ничего. Но тем не менее, когда мы идем все более низкие температуры, мы видим, что симметрия не спонтанно, а постепенно, медленно начинает увеличиваться. Причем она начинает увеличиваться до симметрии, которая очень похожа на эту симметрию стандартной модели. И более того, появляется гравитация. И поэтому возникает такая идея, что, значит, помимо вот этой схемы великого объединения, которая связана, которая в духе Ландау соответствует нарушению, спонтанному нарушению симметрии, которое происходит с разными этапами, при более высоких энергиях падения, да, ситуация совсем другая. А ситуация именно как здесь, что никакой симметрии практически нет. Даже по Лоренцевой вариантности, возможно, нету. Никаких калибровочных симметрий, никакого класса 10. А все это возникает, когда мы идем от очень высоких энергий вот в сторону нашего планковского, и там постепенно все эти симметрии возникают. Вот об этом я хочу говорить. Прежде чем говорить об этом, хочу показать несколько примеров топологических дефектов, которые мы, собственно, имеем в наших текущих жидкостях. Это, значит, вот есть фаза гелий-3А и гелий-3Б. Вот у них разные симметрии. Значит, в фазе гелий-3Б там вот эти нефрии, которые 1 плюс 1 равняется двойке. Они ведут себя вот обычным образом. Как это можно, это содержание, да, то есть два нефрия соединения должны быть получиться там зря двойка, а если у вас нефрия с двумя квантами, то ему проще всего развалиться на два. Что это происходит? А вот со стороны А-фазы ситуация более интересная, потому что там один плюс один равно нулю. И поэтому там два сингулярных нефрия, когда они соединились, они образовали нечто несингулярное. То есть вот какое-то такое распределение электрон, которое не имеет особенностей, но имеет топологию. То есть вихрь с двумя квантами, его еще называют скорпионом, по аналогии со скорпионами, которые Тюриполя для описания бариона. То есть барион представляется в виде вот такого топологического объекта, типа скорпиона, которого вот меня сам спросили, как описать этот скорпион трехмерный, и, честно говоря, мне его трудно. Двумерный скорпион, пожалуйста, это, вот здесь нарисовано. Как нарисовать трехмерный скорпион с топологическим зарядом? Отображение трехмерности. Помимо этого существуют объекты, которые очень похожи на монополии Дирака. Это вот здесь они же будут поверхности, называются Божьими. Это Божий вот этот герой одной из книг автора «Алиса Стены чудес». И это название было придумано Мерлином. Вот он очень похож на Дираковскую струну, потому что монополия, которая, Дираковская монополия, которая есть Дираковская струна, а здесь у него есть ёжик, типа ёжик, типа монополия Дирака. Кроме того, есть еще солитоны, также кривые листы, то есть такие объекты дневных стенов, которые сосредоточены в мире. Наблюдаю экспериментально. Значит, в гелии-3А еще есть, значит, если мы посмотрим на группу G, вот это гелия-3А, и на группу H, то есть симметрия уже состояния после того, как симметрия G нарушена оставшейся симметрии, и возьмем фактор групп уже поделить на наш, что, в общем-то, представляет собой некое упражнение, так, на час примерно, то при этом вы получите, что эта гомотопическая группа, которая описывает отображение контуров
пространство ЖК-9H является группой Z4. То есть там проще его описывать эту группу, как группу четырех чисел. Это 1 вторая минус 1 вторая, 0 и 1. Тогда 1 вторая плюс 1 вторая равняется 1, а 1 плюс 1 равняется 0. И вот эта 1 вторая есть вихрь с полуцелой планом циркуляции, который буквально совсем недавно был обнаружен в так называемом экситонном конденсате. Экситон гравитонном конденсате. Он называется струна Алис-Стрим. И свойства у него очень интересные. Значит, вот параметры порядка, он представляет собой произведение вот скалярного параметра порядка, если финичный, и векторного, вот, похожего буквально на ферромагнитные. Вот. И, значит, при обходе вокруг вот этого полуквантового вихря, значит, параметры порядка должен возвратиться в себя, сам в себя. Но при этом совсем не обязательно, чтобы фаза менялась на 2π. Можно, чтобы фаза поменялась всего на π. Тогда вот это что, поменяет знак, а если при этом еще вектор при обходе поменяет знак, то параметр порядка останется непрерывным. Это есть полуквантовый вихрь. Фаза вихря меняется на π при обходе. А вот вектор D, посмотрите, он разворачивается здесь и становится противоположным, но никакой здесь нет, потому что одновременные фазы поменялись на π, и поэтому параметр порядка встречает другой параметр порядка без всякой сингулярности. Вот это по укладу вихрь. Значит, его особенность описал Вексел Лунный Шварц в свое время. В этом уже квантовой теории поля, не Гиля, а в квантовой теории поля, но смысл примерно такой, что значит, представим себе, что вектор, который соответствует ферромагнитному вектору, он не ферромагнитный вектор, он показывает ось квантования, которая определяет электрон это или позитрон. Значит, вот если он в этом направлении, то значит, мы берем какой-нибудь электрон и начинаем двигать вокруг вот, струны Алиса. При этом ось квантования меняется на π, это означает, что электрон превратился в позитрон. Куда делся заряд, заряд делся сюда пришел. На эту линию, на струну Алиса. Ну и что получается? Вот, значит, они прощаются. Он обращается с женой, уходит, совершается кругосветное путешествие на кругосветной границе, возвращается, ну, хочет поздороваться со своей женой, поцеловать ее, может быть, ну и они аннигилируют, потому что он стал интересен. Может быть, какие страны существуют в этом мире, но это есть еще другое. Вот это еще пример страны Алисы, да, когда они разделены, вектор D сидит в А-фазе, вектор гели-3А, а скаляр сидит в векторе гели-3Б. То есть здесь фаза меняется на гели-3Б, а это интерфейс поведения. А здесь вектор D меняется на гели-3Б. В результате они встречаются совершенно нормальным образом. То есть никакой особенности при входе нет. Тоже такой комплекс момента. Это вот тот самый монополь, который говорит, который сидит, монополь Ирака, который сидит на поверхности между гелием 3B и гелием 3А. Здесь сингулярный вихрь, здесь никакой сингулярности нет, вот здесь вот этот лужу, из которого ну, аналог магнитного поля это завихренность. Туда приведет всегда точно так же, как магнитный. Ну еще вот этот скорпион, который во фазе живет.
Это его экспериментальное наблюдение, что просто посмотрим. Я освобождаю метеоромагнитную резонансы спиновые волны, которые локализованы вот на этом объекте. Это вот основной пик, а это стерильный пик прямо связан, может решать типа, уравнение ширения для спиновых волн. Вот в яме создан вектор D, вектор L. Кстати, возникает сигнальное состояние, оно по энергии ниже, чем энергия основного состояния. И по сдвигу мы знаем, какой типа это вихрь, а по амплитуде мы знаем, сколько таких вихрей в сосуде. Там это 100 или 101 или 102. То есть мы там до 1000 можем рождать. Вот это топ-топологический вариант, который описывает скрипт. То есть здесь отображение плоскости. В сферу магнитного объекта. Вот это уже вариант. Теперь вот этот ДС это не по поверхности, не по сфере уже, а просто по плоскости. А плоскость, она эквивалентна сфере, потому что точки на бесконечности имеют одно и то же направление на магнитный момент. Поэтому это все одна и та же точка. А плоскость со склеенной точкой, со склеенными точками бесконечности, она эквивалентна сфере. Поэтому это отображение сферы на сфере. Это квантовическая группа, которая называется ПИДИПА. В данном случае это группа самочистки. Задержка очень большая. Хорошо. Это то самое. Фазовые диаграммы с разными типами полей, электромагнитических зарядов. А это, как мы их различаем, вот просто разные сигналы, разные формы линий электромагнитного резонанса. Вот положение означает, что это либо сабутон, либо это один вид топологического вихря, другой тип. Один там заряд, другой там заряд. И так далее. Тут два практически заряда. Вот. Ну, это мы просто на примере, чтобы обсуждать относительно металлической работы нашего вопроса. Вот. Теперь давайте перейдем к точкам.
в смысле компульсного расстояния. То есть мы будем смотреть на те же вихри и вихри, но только в импульсном пространстве, где они не вихрями, не езжают, реально пространство уже не является. Они описывают чисто однородный вакуум. Но в импульсном пространстве спектр имеет нули. Энергия вращается в некоторых точках, на линиях или на поверхности. И вот эти линии, точки поверхности, они тоже являются топологическими объектами, описываются буквально теми же топологическими вариантами, но теперь интегралы не выпуск, не в координатном пространстве, а в выпуске. То есть тот ежик или монополь в этом пространстве, он на самом деле является нейтрино выпуском пространства. Так, это потом, пожалуй, все. Значит, есть два класса основных таких, на самом деле много разных классов и подклассов, но есть два основных топологических класса. Один описывает теорию фермы жидкости Ландау, второй описывает стандартную модель с векторальными фермами. Один соответствует металлам и, допустим, нормальному гелию 3, который является нормальной фермой жидкости, второй соответствует стандартной модели и гелию 3А, там такие же точки. Значит, начнем вот с металла, сверхповерхности. Значит, что такое металл? Это система электронов. У этих электронов, в самом простом случае, это сферическая ферроповерхность. Что это означает? Потому что у металла есть сферический потенциал у электронов. Он может быть положительный, да, отрицательный. Вот если он положительный, то энергия, которая рассчитывается от сих потенциалов, как на другой динамический потенциал, она определяет состояние заполненное или пустые. Если вот эта энергия она меньше нуля, то это состояние, поскольку это фермные частицы, они должны быть заполнены. В каждом состоянии находится по одной частице, и поэтому все состояния с энергией равной нулю, они заполнены, они образуют не Дираковское море, они образуют фермиевское на Дираковском море. Состоит с отрицательным нулем. Значит, где они расположены, если мы обозначим ню через пофермию квадрате на 2m, то пофермию это будет радиус вот этой поверхности. Состояние с энергией больше нуля, они при нулевой температуре совершенно пустые. Они не должны быть заполнены, просто по Больцмановскому фактору. Если температура ноль, то их нет. Таким образом возникает некая поверхность, выпуск пространства. Причем реально пространство, оно, естественно, однородное, иначе бы импульс не был хорошо определен. Импульс хорошо определен только в процедуре влияния однородного пространства. То есть никаких топологических дефектов нет. Но топологический дефект возникает в импульсном пространстве. И вот эта вот эфирная поверхность, которая отделяет состояние с положительной энергией от состояния заполненного состояния с отрицательной энергией, она является примером вот такого топологического объекта. Вот почему он топологический? Казалось бы, что мы включили в первое взаимодействие между электронами. Мы рассматривали газ, абсолютно идеальный газ электронов. Элементарные электроны взаимодействуют друг с другом, и не только друг с другом, но и с фотонами, совсем через солнце. Если мы включим взаимодействие, то ясно, что из этого взаимодействия часть частиц, которые здесь были заполнены, да, перейдут сюда. В результате эта граница, казалось бы, размоется. Но никакого развития эта граница не происходит, несмотря на то, что взаимодействие все не переводит частицы сюда. Почему это не происходит, заключается в том, что нам нужно рассмотреть так называемый пропагатор или функция Грина. Значит, функция Грина это, грубо говоря, вообще на него сильность. Значит, обратная функция Грина, она выглядит так. Не омега, где омега это частота.
добивайся. А эпсилон P это вот и нет. Это что в конце длины, самого простейшего форма. Это можно написать пропагатор в реальном пространстве, потом сделать это самое, как там будет сказать, квантовое преобразование и получить значит, вот эту вот величину. Да? Значит, у этого пропагатора особенность. Две функции Грина не определены. Но функция Грина не определена там, где G-1 обращается в ноль, когда обратно функция Грина проследует бесконечность. Особенность. Где это происходит? Когда я равно нулю и когда эпсилон P равно нулю. Только тогда возникает особенность. Ну, давайте нарисуем PZ, то есть мы не будем. То есть мы рассматриваем двумерную картину, какая она вообще проще. Значит, у вас есть омега, Px и Py. Значит, особенность, правда, омега равно нулю, то есть плоскости омега равно нулю, плоскости. А кроме того, если нам P должно равняться, то есть P должно равняться по фирме. То есть Px квадрат плюс Py квадрат должен равняться по фирме квадрат. Ну, получилась линия. Получилась линия в трехмерном пространстве. Чем эта линия интересна? Значит, эта линия как раз и описывает вот эту фермоидность. Мы еще включили еще частоту. Чем это интересно? Что если мы теперь вот эту функцию Грина запишем как модуль линейной фазы, то есть так, как мы писали для Си, что есть модуль Си, но есть и Фи, также мы запишем функцию Грина как модуль, но есть и Фи. И тогда мы увидим, что при обходе вот этой линии вот эта фаза Фи меняется на 2π. А раз меняется на 2π, то никаким мало возмущения, мало преобразования, мало деформации, мы этот объект на 2π не можем убрать. Он так останется. Даже как выехать с этим квантом, вы не можете убрать, вы можете соединить его с вихрем с противоположной квантовой. Поэтому, включая взаимодействие, вы никаким образом, включение взаимодействия, это пертурбативная вещь, то есть это деформация. А слабая деформация никогда не может изменить набег фазы на руку. Таким образом, феоповерхность, она остается устойчивой, и причина этого погоды. Пологический заряд, который связан с этим функцией. Это пологический заряд, я вам написали. Разрачку. Вот прямо аналогия. Значит, если бы это была кривая линия, ну, в данном случае замкнутая кривая линия, не важно, я смотрел кривые линии, которые были прямыми, мы можем посмотреть и замкнутые кривые. Важно, что обход фазы, при обходе фазы меняется на круги, значит, все равно у нас могут все быть фи. А здесь же то же самое с функцией происходит. И здесь класс отображения. Раньше мы отображали S1 да, пространство фазы в 1. А здесь мы отображаем тоже S1, но пространство уже функции Грина. Это пространство матриц. Вы оказываете, что у нас степень отображения, что S1 в 1, что S1 в пространстве матриц, в общем-то, то же самое оно дает группу для группы целых чисел, группа P1, группа целых чисел. То есть феоповерхность тоже определяется целыми числами. Это, если это число не 0, то феоповерхность жива. Если это число 1 или 2, то она жива. Если 2, то, скорее всего, эта двойка существует за счет симметрии, допустим, спин вверх, спин вниз, включили какого-нибудь спин-орбитального взаимодействия или еще чего-нибудь, она расщеплилась на 2, то есть на 1 равняется 0. Так, теперь переходим к другому классу веществ. Класс, который содержит, это не уже металлы, это
там было лежит. Лежит в один момент, ну, фактически спин. А спин был направлен по радиусу. Мы могли делать любую деформацию, он будет даже по радиусу направлен, а поскольку направлен, не имеет этот логический заряд, который здесь есть, который я тогда писал, он сохранится. Логический заряд должен сохраняться. Программенная единица. И поэтому ежик другой просто пришел и устойчив. Ну, так называется, такая ситуация существует для, допустим, зейгерских фермин. Вот, допустим, нейтрино. Просто вот возьмем правосторонний нейтрино. Правый нейтрино. У правого нейтрино, значит, в МТ будет это скорость света, это не важно, это подобие. Матрица Паули положена на Т. Значит, матрица Паули, я надеюсь, не нужно объяснять, но я вас это очень хорошо. Это означает, что
здесь гравитонян должен обращаться просто в ногу. Мы увидим, что действительно, когда P равно нулю в центре, действительно гравитонян обращается в ногу. То есть это особая точка. Особая точка, которая представляет собой сингулярность вакуумного пространства. А что это означает, что гравитонян обращается? Ну, это означает, что энергия при P равно нулю обращается в ногу. То есть это безмассовый феномен. Это фактически объяснение тому, что если у вас есть ежик выбросил в пространстве, то этому ежику выбросил в пространстве обязательно должно соответствовать частица безмассовой коррозийной частицы, которая этот импульс, например, может быть нерелятивистый, где-нибудь в другой точке. Но все равно должна обращаться в ноль. То есть для деформации мы не можем вот это обращение в ноль истребить. То есть она, то есть это фактически показывает, что топология диктует вам безмассовые фермионы. И это есть объяснение тому, почему собственно, мы живы. Потому что, несмотря на то, что характерная энергия планковская, тем не менее топология говорит о том, что должны существовать безмассовые фермионы. Это вот как мы писали, например, топологический заряд. Допустим, мы не знаем релятивистской теории. Мы не умеем там написать сразу, что вот из релятивистского варианта, там, допустим, нет релятивистского варианта никакого. Тогда эта матрица 2 на 2. Эту матрицу 2 на 2 можно записать вот в таком виде. Что это матрица Паули положена на некий вектор, зависящий от формы. Вот это общий вид матрицы 2 на 2, который след равен нулю. Тогда можно написать вот такой вот инвариант, который буквально соответствует инварианту, описывающему ежика ферромагнетики. То есть интеграл по двумерной поверхности, которая охватывает эту сингулярность. G — это единичный вектор в направлении вот этого G. Ну и вот D по G — это есть производная по импульсу D по D по G. Это D по D по K. Этот вариант всегда целочислен. Либо 0, либо 1, минус 1, 2 и так далее. Если мы возьмем бюллетен в виде плюс C, S и P и вставим сюда, мы получим, что это единица. Если мы возьмем бюллетен минус C, S и P, мы получим минус 1. Это такой вариант. И он соответствует левому частице. Левому, потому что спин по этих частиц направлен в противоположные стороны. Потому что если это низ, и если у вас задан импульс, то спин должен быть противоположным, чтобы энергия была положена. То есть на частице положить энергию, спин всегда должен против момента. Это левая частица. Когда конец? 5 часов. А, то есть уже все. Сейчас перерыв, чтобы на прыжок, а потом опять еще 2 часа. А, понял. Так, я бы уже на это включил. Да.
и прочее, это реальная физическая объекта, которая настоящая, имеет динамику, мы смотрим, как они осциллируют, как они образуют, например, турбулентные движения и так далее. То есть это действительно реальная физика, экспериментаторы прекрасно знают о политической структуре. Речь идет о выходе сейчас о объектах внутреннего пространства, то есть о многообразии нулей в спектре фермионных частиц. Вот пример таких фермионных частиц, это квазичастицы, которые живут в так называемой сверхтекущей гелии 3А. Значит, гамильтониан таким устроен, вот два надо гамильтониан, но это не релятивист. А он устроен так, вот смотрите, вот слева стоит, например, очень похоже на то, что в обычной фермежидкости. В этом углу. Как он на 2 минус почерк в квадрате на 2. То есть объем 0 на х равно эфир. Значит, эта матрица, которая это описывает частицы, это описывает как бы дырки, такое искусственное построение далековских квазичастиц сверхпроводника. А вот это матричный элемент, который связан с состоянием с одной частицы и состоянием без одной частицы. То есть состояние вот это и состояние вот это. И в обычных сверхпроводниках это просто некая скалярная функция, то есть дельта здесь и дельта со звездочкой, как это сопряженное. Здесь же оно зависит от импульса. И выглядит оно вот таким образом, 3х. Px плюс y, а здесь, соответственно, как x напряженный, px минус y. Так что матрица термитова. И вопрос в том, есть ли у нее у этого гамильтониана нули. То есть есть ли частицы, у которых энергия обращается в ноль. Вот оказывается, нет. Давайте посмотрим. Если мы положим px равно нулю, py равно нулю, а pz в квадрате, значит, остается pz в квадрате, равно кофейному квадрате. Тогда все элементы этой матрицы обращаются в ноль. Значит, где это прочее? Вот раньше была кофейная фамилия, там квадрат на минус кофейного квадрата, возникла щель в спектре. И эта щель зависит от угла и обращается в ноль там, где px равно нулю, и px равно нулю. Вот это две точки, по которых pz равняется плюс по ферме, и pz равняется минус по ферме. Теперь мы смотрим, является ли они этой точкой топологической источником. Может быть, это все искусственное образование, но ведем взаимодействие, и мы увидим, что ничего подобного, эти точки рассасываются, возникают щели, и никаких из вас эфирона нет. Для этого проверка идет. Берем какую-нибудь сферу, его радиуса. Почему мы захватываем только одну точку на две? И строим отображение этой сферы на сферу единичного вектора G. А вектор G строится таким образом. Значит, матрица tau3 дает нам G3RP, то есть G3RP это такое, наверное, у нас U, а G1 на G2 это вот CPX и CPY. Значит, берем эту матрицу, этот вариант, который записываем этот вариант, который является отображением, значит, с этой сферы на сферу единичного вектора G. И учитываем, что в этой точке мы равен минус единицы, в этой точке заряд плюс единицы. Суммарно топологический заряд 0. Локально он 0. Это означает, что в этой точке и в этой точке должны жить безмассовые фермионы. Потому что мы можем сделать контур сколь угодно маленький, и все равно там будет отображение S2 на S2 с там зарядом единицы. И это возможно только в том случае, если в центре имеет сосудность. Сосудность означает, что энергия обращается там в ноль. То есть действительно энергия там обращается в ноль. Вот. Таким образом,
а теперь мы посмотрим, что же происходит вблизи вот этих точек. То есть подойдем очень близко к ним. Так вот оказывается, что когда мы подойдем очень близко к ним, мы увидим, что вблизи вот этой точки спектр будет выглядеть буквально так же, как спектр правого нейтрина или правого электрона. То есть энергия будет типа сигма, помноженная на p после некого масштабных преобразований и сдвига импульса. Если мы посмотрим, что здесь происходит, вблизи этой точки, то там окажется, что спектр выглядит буквально так же, как спектр для левой частицы, левого электрона, или левого нейтрина, или левого пара. Так, оно будет переключаться. Вот, то есть в результате гамильтониан вблизи вот этих точек, он выглядит вот таким образом, где С это некая константа, она с каким-то скоростью света, но это скорость света, соответствующая тем квазичастицам, которые там живут, для них это скорость света. И там это матрица Паули вместо сигмы написано, потому что соответствует настоящему сигме, простая элемента матрица жертвы. То, что стоит здесь, плюс или минус, плюс для правой частицы, минус для левой частицы, определяется просто топологическим вариантом. Н3 равен плюс 1 или минус 1. То есть керальность в левой частицы или правой – это просто свойство топологии. Топологический завет задает вам, во-первых, дает вам левый или правый электрон, во-вторых, определяет их керальность, левую или правую. То есть керальность является свойством emergent, которое по-русски так и не знаю, как перевести. Ну и рейтлинская вариантность тем самым возникает тоже спектр линии. Ну, что еще возникает в самом собой? Давайте посмотрим. Значит, вот мы рассмотрели два класса. Два класса вакуума. Один класс основных состояний системы. Один класс содержит сферу поверхности, второй класс содержит вот эти точки, которые называются терраковскими точками, терминскими точками, вильнерскими точками. Это зависит от того, кто пишет статью. Значит, ну, давайте посмотрим, какие есть возбуждения квазичастицы в системе, которая содержит сферу поверхности, то есть которая содержит топологически неистребимую поверхность выбросного пространства. Значит, что мы можем... Во-первых, есть квазичастицы, которые, значит, живут вблизи сферы поверхности. Это фермион. Кроме этого, есть еще бозонный мон. А что такое бозонный мон здесь? Вот мы начинаем возбуждать этот вакуум. Что, начинаем его пытаться деформировать. Что с ним будет? Значит, сфера поверхности исчезнуть никак не может, потому что это топологический объект. Но зато форма сферы поверхности может совершенно спокойно изменяться. Так вот, колебания этой формы могут распространяться. Это коллективные моды сферной жидкости, это называется. Их много разных. Значит, в результате мы получаем, что у нас есть фермионы квазичастицы, которые квантовые частицы, и коллективные моды, которые тоже на самом деле квантовые. В результате есть квантовые теории поля построены, потому что есть фермионные поля квантовые, есть квантовые бозонные поля, которые друг с другом взаимодействуют. Это настоящая квантовая теория поля. Но это квантовая теория поля не релятивистская. Это квантовая теория поля, которая описывается теорией фермионной жидкости. И она, эти свойства, они вот emergent свойства. То есть они сами собой возникают, если у вас есть логический момент, который поверхность делает. Теперь то же самое можем посмотреть, что же происходит в вакууме, в которых есть вот эти точки.
ежей пространства, которые называются вот, точкой фермы или первой поверхности или принципе. У них идут сигнал P, смысл энергии это сигнал P, поэтому они просто такое количество поверхности энергии вращается в грунт при первом углу или при каком-то другом значении P или по-другому. Теперь, какие коллективные базонные моды есть? Значит, фермионные моды мы знаем, это хиральные фермионы, которые там возникают. Там возникают либо левые фермионы, либо правые фермионы, в зависимости от того, какой тон заряд в этом случае. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы начнем эту систему возмущать. При этом точка исчезнуть не может, потому что она топологически устойчива, она защищена топовым вариантом, который описывает она может сдвигаться. Но что такое сдвиг? Что такое коллективное колебание, связанное со сдвигом фермы точки? Значит, когда точка сдвигается, то она сдвигается в одну величину. Значит, если P возникло P минус какой-то A. Это сдвиг. Что-то сдвинулось на A. Но мы знаем, что коллективное колебание, которое, в смысле, мы знаем, что роль сдвига в политической теории, роль сдвига, импульс, играет роль калибровочного поля. То есть коллективные колебания вот этого сдвига, они соответствуют такому искусственному, не настоящему, но тем не менее аналогу электромагнитного поля, который один поле, которое здесь возникает. И если мы теперь посмотрим, какой же будет Лагранжа, который описывает вот эти моды. Только Лагранжа, который описывает эти моды, это буквально дает уравнение массового вектора потенциала. В вакууме, в котором имеются фермные точки, даже если там не было изначально никакого электромагнита, вообще никакого поля, никакой симметрии, возникает калибровочное поле, которое уравнение которого соответствует уравнению массового. То есть динамически возникает электромагнитное поле. Поэтому происходит гелий 3А, на котором там есть фотоны, фотоны. Это не настоящие фотоны, это колебания вектора магнитности. Они называются орбитальными волнами. Они точно так же. Они также поперечные, как и электромагнитные, точно так же взаимодействуют с калибровочным полем, как и обычные электромагнитные поля. То есть мы увидели, что помимо магнитивистской вариантности возникло еще О1 электромагнитное поле. Дальше. Помимо колебания сдвига, есть еще колебания формы. Так же, как колебания формы здесь, вот колебания формы, то почему? Колосы. Колос может деформироваться в разных направлениях импульса по-разному. То есть вместо, когда энергия в квадрате, вместо c квадрата в квадрате, будет вот какая-то матрица ЖК, например, ЖК. Так вот это ЖК, оно играет роль метрики гравитационного поля. То есть когда возникает метрика, возникает импульс. И все это на самом деле следствие и как и для фермы жидкости, так и для фермы точки для ежика появление вот таких полей, типа калибровочных, оно возникает в результате такого точки теоремы, которая называется Адиабат-Шапир-Ассанж. Это означает, что вблизи точки энергия вращается в ноль. Возникает, мы можем сделать линейное расложение по отклонениям импульса позиции вот этого позиции ежа, позиции точки, где энергия вращается в ежа. Как вот записать в общем виде гамильтониан? Вблизи гамильтониана и вблизи точки, как для любой системы. Вы не знаете, мельтивистка она, мельтивистка, но любая система совершенно противольна. Оказывается, что она становится мельтивисткой, потому что
А вот линейный по индексу, да, это означает, что система становится активизмом. Значит, что она содержит? Она содержит, во-первых, смещение, которое играет в роли промышленного поля. Во-вторых, она содержит гамма-матрицы, это разложение разложенных гамма-тенена по соответствующим гамма-матрицам, или которые могут быть Паули-матрицы, либо более сложные виды. И матричные и коэффициент разложения, поскольку Паули-матрицы имеют три компонента сигма, x, сигма, y, сигма, z, то есть можно добавить четвертый компонент, лагнитон, чтобы единица, которая есть единица. И k – это сверхная сыворотка. Представляете, возникает вот такой объект. И этот объект есть не что иное, как тетрадь, потому что вот то, что здесь написано, оно соответствует гамильтониану для частицы, хиральной частицы в электромагнитном поле и в поле тетрады. Значит, тетрада описывает гравитацию по полному смыслу, что на самом деле есть вторичный объект, который есть форма, образованная из этих тетрад. То есть квадратичная форма тетрад, она дает уже матричный элемент. То есть если мы вот это возведем в квадрат, наш квадрат, то мы получим вот такое уравнение, которое уже содержит G-линию, то есть вот эту вот комбинацию, и это уже описывает действительно. Это уже вторичная G-линия, потому что периодично все-таки возникает тетрада. То есть если гравитация действительно в нашей Вселенной возникла в результате того, что вакуум содержит гравитную точку, то гравитация обязана описываться полем тетрады. И действительно, если вы хотите описать фермионы в поле, в гравитационном поле, вы обязаны использовать тетрады. И тетрад действительно это первичный объект. А метрика уже, которая возникает, то есть то, что там Эйнштейн написал, это уже вторичный объект. Ну, все возьмется с тетрадой. Потому что именно тетрады являются, то есть, если вы хотите написать правильно возможную гравитацию, то вы должны сделать вот эту вот схему. Эйнштейн тогда никогда не мог произвести. Шлема. Шлема кинул. Там возникает спиновая связность, тоже. Значит, что в результате возникло? Возникло у нас вблизи этой точки. Значит, если мы не будем далеко отходить, потому что есть еще следующий член разложения, там, в этом исполнении, по графику, и так далее, когда мы приближаемся к энергии, все ближе и ближе к нулю, вот, то этими членами можно все больше с вероятностью пренебречь. И остается только вот этот член. Поэтому если далеко не отходить, не уходить за планковские масштабы, то мы получаем, что возникло. Что возникли все ингредиенты стандартной модели. То есть возникли спиральные фермионы. То есть возник левый или правый фермион. Возникли калибровочные поля. Вот калибровочные поля. Значит, в более сложной ситуации, как, например, в том же Гелендре, там есть еще обычный спин, который не связан с этой матрицей, потому что эта матрица пространства частица дырка, а есть еще обычный спин атома. Так вот обычный спин атома дает еще забавную вещь, он дает сдвиг, который зависит от вот этой матрицы спина. В результате возникает эффективное СО2 калибровочное поле. То есть возникают действительно все ингредиенты стандартной модели, но в гелий-триане не возникает серия взаимодействия. Нет еще СО3 поля. В принципе, такую среду можно себе представить, которая возникает еще и сильное взаимодействие. Значит, возникают калибровочные поля, один калибровочное поле, СО2 калибровочное поле. Кстати, вот здесь было очень интересное наблюдение, потому что, значит, когда я это рассказывал Грибову покойному, то, значит, у меня был вопрос, потому что значит, для вот этого поля я получил.
заряд, то есть логарифмическая расходимость. Но вот для этого поля я тоже получил два заряда. И это меня как-то странно смущало, потому что я, в общем-то, не был знаком там, с физикой элементарных частиц, я изучил на основании фактически этого геометрии. И поэтому я думал, что если у вас есть СО2 теория, то, казалось бы, там не ноль заряд должно быть, а синтетическая свобода. А синтетического свободы в этом периоде почему-то не было. Но я прихожу в Грибову и говорю, что вы объясняете, что такое. И здесь есть ноль заряд, а здесь где-то синтетическая свобода, такой же ноль заряд, как и здесь. Вот. Он посмотрел, он меня проводит, он посмотрел, спросил, а сколько в вашей теории фермионов и базонов? Я абсолютно не понял, что он сказал, пошел домой, ночью все не спал, потом понял. Действительно, в этой теории соотношение между фермионами и базонами таково, что вместо, что в базоновой теории вместо асимптотической свободы возникает такой же разряд. То есть вот своим вопросом сразу объяснил мне, в чем дело. Так, значит, возникли дирагские гамма-матрицы. Они возникли из ничего, просто у вас есть матрица. Дело в том, что в физике, там, в любой физике твердого тела у вас очень много разных индексов. Есть спиновый индекс, есть индексы, связанные с зоной Бриллиена, макрозоной Бриллиена и так далее. Есть вот этот псевдоспиновый полет. Поэтому, например, функция Грина, она является матрицей. И из-за этого эгиультенен является, как правило, матрицей, причем не обязательно 2 на 2, а много на много. Но при этом, когда вы смотрите, что возникает вблизи этой точки, то только фактически одна из, только две степени свободы на самом деле реально играют роль. 2 на 2. И эти две степени свободы из многих остальных степеней свободы, они производят вот эти гамма-матрицы, которые описывают релятивистские частицы. То есть это изначально их нет, они являются эффективными. Но и возникают гравитации и физические законы, в том числе вакуумная реальность возникает, калибровочная реальность, то есть, по крайней мере, действие для поля А, оно является непрошлым временем. По крайней мере, очень выше, поэтому в основном по отклонению от линейного изложения. Ну и принцип эквивалентности. Окей, теперь вот стандартные модели. Мы видим, что стандартные модели в каждом поколении имеют 16 веберских фермионов. 8 левых и 8 правых. Значит, левые они дублет по слабому по СО2 группе, эти образуются глит правых. Вот. Тем не менее, значит, вот их 8 левых, 8 правых, каждый из них соответствует своему ежику. Теперь эти соответствуют, правые соответствуют вот таким межам в этом пространстве, у которых иголки торчат из центра, а эти соответствуют тем, у которых иголки находятся внутри межа. Теперь топологический вариант, его можно записать через функцию Грина. Значит, что здесь след от такого выражения. Функция Грина — это матрица, причем матрица большая. Ну, давайте сначала. Для одной частицы это матрица 2 на 2. Значит, G-мёртвая — производная по импульсу в направлении мю. И G-мёртвая — направление производной по импульсу. Ну, грубо говоря, G-мёртвая — это геометрия, это накопительный ряд. А G-мёртвая — это есть такая производная от G. При этом надо взять, при этом у нас пространство
становится 3 плюс 1, потому что здесь еще полчастота. Полчастота и 3 импульса. И особенность находится в точке в четырехмерном пространстве. Точка, где обернулась в выпускном пространстве, точка, где энергия обращается в ноль. То есть точка четырехмерного пространства, поэтому мы окружаем эту точку трехмерной сферой. И эта трехмерная сфера отображается в пространство матриц. Пространство матриц. Это отображение всегда дает самочисленный вариант. И теперь, если мы хотим написать уже для всей стандартной модели, не только для двух, то мы уже не можем записать в виде ежа, потому что начинается взаимодействие между этими двумя между ежами в разных частях матрицы. И поэтому единственное, что остается, это написать с точки зрения функции Грина. И поэтому вот это вот наиболее общее описание, и только когда функция Грина является матрицей Грина, то она переходит в тот инвариант, который описывает. То есть это более общее. Но теперь возникает такая дополнительная ситуация, что если мы теперь возьмем след по всем индексам, включая лево, червленого, право, то что эта матрица сколько на сколько? Значит, 2 на 2, еще 16, значит, 32 на 32. То есть это матрица 32 на 32. Теперь если мы посчитаем эту матрицу, возьмем поставить эту матрицу 32 на 32, мы получим, что в этот топологический ряд полный, равен 0. То есть это означает, что в принципе могут быть какие-то деформации, которые приводят к уничтожению этих нулей. А что их держит, что их может держать? Только какая-то дискретная симметрия между ними. Так, вот уже написано тот вариант, который существует, который можно написать, если есть определенная дискретная симметрия. Значит, если есть какой-то оператор симметрии, который, например, коммутирует, генератик коммутирует, то если мы сюда вставим этот оператор, который коммутирует с функцией Грина, то мы увидим, что эта штука остается все равно топологическим вариантом. Он отличен от того варианта, который был прикален единице, но он все равно остается топологическим. Это легко проверить. Вы можете просто взять и проварьировать вот n по дельта g. Сделайте всякие перебросы производных, коммутировать уже славили, вы видите, что вариация обратится в ноль. Это значит, что это вариант тоже топологический. Но чем он интересен? Что если мы возьмем, значит, этот вариант, а вот есть этот вариант, он равен стандартной модели, просто экспонент есть 2π и на tau 3, где tau 3 это смотрится в пространстве из-за спина, слабо. Мы видим, что этот инвариант равен 16 для каждого из трех поколений. А что означает, что он равен 16? Это означает, что все 16 фермионов стандартной модели, они все бесмассовые. Этот инвариант имеет смысл только для тех деформаций, которые сохраняют симметрию К. Если эта симметрия нарушена, то будет нарушена и этот инвариант тоже не будет существовать. И стандартная модель действительно так происходит. Как только мы нарушили эту симметрию, эта симметрия действительно нарушена при электрослабом переходе, когда эта симметрия, связанная с приборочной кромкой СО2, нарушается, вы увидите, что этот инвариант перестает существовать. Вообще больше никакого инварианта нету. И раз его нет, то нет уже больше никаких запретов на то, что эти ежики друг с другом полностью сокращаются, и все безмассовые фермионы исчезают, являются массовыми всех фермионов. Ну и действительно, в стандартной модели мы видим, что у всех фермионов имеется масса.
Тут говорилось, треугольной диаграмме, которая описывает калибровочную аномалию. Ну, я не знаю, говорить об этом или нет, но это связано, например, с тем, что, если у вас есть гипермагнитные и гиперэлектрические поля, вот, которые используют вирус, то из ничего может родиться барионный заряд. И это один из способов, как получить то, что у нас число барионов, число этих барионов не равно 200-100. Что наша Вселенная фактически состоит из одних барионов, а не барионов практически нет все еще. Вот эта аномалия, она забавна в том смысле, что вот вот то, что здесь написано, справа стоит, вот если возьмем сейчас интеграл, полный интеграл по пространству, тогда вот эта вещь, она играет роль топологического варианта в реальном пространстве, которое вот, невероятно сложно, по крайней мере, для особого поля. Вот. То есть то, что здесь стоит, это произведение двух топологических инвариантов. Один топологический вариант назад в реальном пространстве, а другой в выпускном пространстве. И вот этот топологический вариант в выпускном пространстве, вот я его записал. Значит, вместо пока симметрии, вместо симметрии К, тут еще тут есть симметрия, которая связана с управлением барионного заряда и с гиперзарядом. Значит, если вот это посчитать, вы получите как раз вот то число, которое соответствует рождению барионов гиперэлектрического гиперполя. И значит, эту же формулу, да, как это возникает? Вот что такое гиральная аномалия, это когда у вас есть правая или левая частица. Вот, и между ними нет симметрии. Мы видим, что нет симметрии, потому что правая частица принадлежит сингулету, а левая частица домена. Вот, ну давайте посмотрим. Вот правая частица. Что с правыми частицами происходит, если включить магнитное поле? Правая частица не без нас. Но оказывается, что значит, вот есть уровень ландового. Это энергия, как просто импульс вдоль магнитного поля. И, значит, это разный уровень ландового. Тут есть особый уровень нулевой. И есть веточный спектр, который соединяет, который проходит через ноль, соединяет заполненные состояния с пустыми состояниями. Теперь, если мы включим электрическое поле тоже вдоль оси магнитного поля, то по закону Ньютона, значит, поле с этой точкой равняется электрическому полю. То есть будет рост ПЗ. То же самое означает, что на этой веточке вот, состояние с ПЗ были заполнены. Но теперь эти состояния начинают вылезать, потому что ПЗ разбил. Вот вся эта веточка начинает двигаться вверх. Это значит, что наружу, то есть в нашу Вселенную, из вакуума, начинают вылезать частицы. Правые частицы, они несут, например, с собой какой-нибудь там барионный или другой заряд. В то же время левые частицы, с левой частицей происходит все в обратную сторону. Начинают рождаться частицы от этого, потому что веточка направлена сюда, если ПЗ увеличивается, то веточка ползет сюда и возникают пустые состояния здесь. То есть рождаются позитроны, античастицы. В результате, из-за того, что эти левые и правые между ними нет симметрии, то наша Вселенная из вакуума выбрасывается барионный заряд. Это и описывается на той формуле, которую я написал. И значит, чему равен единица времени производства вот, допустим, вот этого барионного заряда? То есть надо было
плотность состояния на этом уровне, плотность состояния на этом уровне просто пропорциональна магнитному полю, и положим электрическое поле, то есть на скорость, с которой ПЗ растет, ПЗ с точки равняется им. Получается В на И. Это и есть тот самый закон вот, В на И. То есть с какой скоростью выходит барионный заряд определенного уровня. И все это описывается вот этим технологическим зарядом. Ну, я вам могу сказать, что экспериментально мы эту работу проверили вот с помощью наших критерий. Потому что с помощью наших критерий мы можем создавать эффективное электрическое поле и эффективное магнитное поле. То, которое действует в механизме. В результате мы проверили это соотношение. Вот это единственное 4 предположения, мы просто получили экспериментально. То есть это уравнение кардинально маленькое, два кардинально другие современные. Придумали, но здесь экспериментально получили. Долго было эту часть. Это было связано с динамикой Легрея, которая вот, пока не получилось, не показано. Это мембраны. Они начинают отливаться, а в результате возникает эффективное электрическое. Так, теперь, значит, а как получается, значит, мы получили Лиговский фермион, да? А Дираковские фермионы, они возникают уже вот после вот этой дорожной симметрии, когда заряд с плюсом, топологический заряд с плюс 1, ежик с плюс 1, ежик с минус 1, они в одной точке находятся, они начинают между собой интерферировать, и возникает матричный элемент между ними. В результате вот, значит, было вот эти два полоса, один левый полос, другой правый полос. И после того, как возник матричный элемент между ними, то поскольку топологический заряд равен нулю, плюс 1, минус 1, равен нулю вот такой точке, то возникает условие для существования безвластного фермиона исчезает, и возникает Дираковский фермион просто заряд равен нулю. У Дираковского фермиона нет вообще никакой особенности ни функции Грина, ни света. Да, теперь, значит, это несколько слов о том, какая гравитация возникает. Значит, я уже говорил, что если мы посмотрим на Лагранжа поля эффективного электромагнитного, которое возникает, то это Максвелловский Лагранжа. А вот какой будет Лагранжа на гравитационном поле, то есть даже минимум? Но вот оказывается, что все зависит от соотношения между разными масштабами обрезания. Есть, например, планковский масштаб, а есть масштаб, где нарушается Лоренцева реальность. Мы не знаем, где нарушается наша вселенная Лоренцева реальность, на какой энергии. Но сейчас, по крайней мере, ясно, что если она нарушается, то нарушается где-то на 7 порядков, по крайней мере, на 7 порядков выше, чем планковская энергия. То есть, вот этот масштаб по энергии, где Лоренцева реальность нарушается, он даже 10-9, по крайней мере, больше 10-9 планковского масштаба. Вот такой. В такой ситуации, значит, если мы интегрируем по фермиону, чтобы получить действие для гравитационного поля, мы получаем уравнение Эйнштейна. Потому что та область, которую мы интегрируем, она целиком находится в области, где еще фермионы являются радиевистыми. Это означает, что там возникает гравитация обычной Эйнштейна, ну не Эйнштейновская, а более вот, которая на нейтронах основана, но которая солнце качество. Вот это какая-то интеграция. Что? А, это из-за отсутствия изучения очередного. Вот это. Теперь, в геометрии А, там все по-другому.
там, ну, город, там наоборот, там есть плотность соответствующая энергии, ну, которая, грубо говоря, 1 миллиметр всего лишь. И есть масштабы, которые нарушаются мощностью времени. Оно на 3 порядка меньше. То есть, когда вы начинаете интегрировать по фермиону, оно уже интегрирует вот до планковских масштабов. А там уже наши фермионы, они уже совсем не релятивистские, поэтому то, что из них получится, они не будут совершенно описываться в уравнении Эйнштейна. Они просто описываются в уравнении скоростной гидродинамики Лазарева. То есть, что это означает? Что в зависимости от соотношения между разными масштабами, метрика удовлетворяет либо уравнение Эйнштейна, либо уравнение скоростной гидродинамики. Это разные просто предельные случаи. Ну и, по-видимому, мы живем в Вселенной, где вот этот масштаб. Вот ясно, что мы живем в Вселенной, где этот масштаб. А где это соотношение? Да, конечно. Так, теперь графин. Значит, лекция про графин будет лазовикает по пятнице. Поэтому я детали строения графина рассказывать не буду. Это все послушайте, он очень хорошо расскажет. Но значит, поскольку это все связано с топологией, с релятивистскими фермионами, да, хочется об этом тоже рассказать. Значит, графин — вот такая вот двумерная система. Один слой и спектр энергетический, он выглядит таким образом. Значит, есть там нули в спектре. Вот есть 6 точек в выборочном пространстве, в зоне управления, где есть 6 точек. Но на самом деле зона управления содержит всего 2 точки, остальные являются эквивалентными. Так вот, оказывается, что у этих точек есть свой топологический заряд. Он отличается от топологического заряда, о котором я говорил, потому что это система двумерная. И для двумерных, для двух рассадили, там был заряд совершенно другие. Тем не менее, значит, есть тот заряд плюс один, и там и минус один, и близ них живут действительно релятивистские фермионы. Релятивистские 2 плюс 1 фермион. С ними связано много интересной физики. Я только коснусь части. Теперь, значит, почему? Да, это вдохновило людей, которые занимаются настоящей физикой элементарных частиц, да, построение каких-то моделей, которые были бы похожи на графин. На графин 4-мерный. То есть у вас есть, значит, 3 импульса и частота. И в результате у вас есть четырехмерный, вы можете построить четырехмерный графин. И этот четырехмерный графин, он описывается вот этими самыми фермионскими или драковскими точками. Значит, я не могу говорить вот про четырехмерное, я пишу то, что будет, то, что происходит в трехмерной ситуации. В трехмерной ситуации это описано в нашей работе с Горьковым еще где-то 85-й год, сверхпроводник, так называемый альфа-фаза сверхпроводника, по-моему, это было связано с Гасманом. Значит, в выборочном пространстве, там вот гелия триана было 2 точки, да? А где были гелиевские фермионы, здесь их 8, потому что со временем разрыв. 4 из них — это ленивые. У них там заряд минус 1, 4 из них правы, то есть всего 8. Если же мы теперь обобщим на четырехмерный пункт, то же самое, то мы увидим, что там, значит, будет вершин не 8, а будет 16. Из них 8 левых, 8 правых. То есть это напоминает то, что мы имеем стандартный момент. 8 левых фермионов, 8 правых фермионов, вот только правых. Вот так это или не так, это вопрос другой. Тем не менее, вот такое наблюдение есть. И это наблюдение, вы можете посмотреть, это откроется.
Сюрберт, Дельфин. Да, еще только там современный. Сейчас есть еще 50 минут. Сейчас перерыв еще. А, ну давайте. Перерыв на 5 минут. Но при этом сохранили симметрию, которая не сама.
которые означают, что инверсия времени не нарушена. А тогда можно писать вариант, но тогда уже градиент будет не 2 на 2 матрица, а 4 на 4, потому что два слоя, в каждом слое своя матрица. А если бы они не взаимодействовали, если бы выключить взаимодействие между слоями, то в каждом слое имеется дираковская точка, которая, соответственно, говоришь, дирак плюс 1 и 3. Значит, спрашивают, что будет, если мы включим взаимодействие. Значит, то, раньше матрица разбивалась на блок диагональный. То есть была матрица для одного слоя, матрица для второго слоя. Теперь включили матричные элементы между ними, но которые не нарушают вот этого напрямую. Что получится? Значит, мы знаем, что 1 плюс 1 равняется 2. Извините, вот это так варианты. Выполняется закон обычного закона сложения. То есть группа совершится. Теперь как это реально осуществляется, эта логика? Значит, во-первых, возникают вот эти две ветки, они превращаются в другие ветки. Значит, одна из них появляется щель, а вторая очень забавная. Это дираковский феромен с квадратичным спектром. То есть это не обычный феромен с квадратичным спектром. Обычный феромен с квадратичным спектром имели бы энергию, дельта плюс k квадрате 2 квадрата. Здесь же этого не происходит. Здесь возникает энергия равна плюс-минус k квадрат 2 квадрата. То есть никакой щели нет, а есть квадратичная дисперсия. Это совершенно необычный дираковский феромен и релятивист. В принципе, такие могли бы возникнуть и стандартные модели, если бы там в результате вот того нарушения симметрии, которое было, еще нарушилось бы главная симметрия. Тогда из-за топологии такого бы произошло. Так, теперь что будет дальше? Значит, это градиент, который соответствовал вот одному слою. Вот здесь уже сильно написано, не так того, чтобы не было глаза. Px плюс y, Px минус y. Здесь 0. Вот просто переписываем матрицу. Теперь, значит, те феромены, которые живут вблизи этой точки, они описываются таким эффективным аргументарием, тоже 2 на 2. То есть вместо 4 на 4 мы можем посмотреть только веточки самой низкой энергии, да, останется из этого 4 на 4 матрицы можно выделить 2 на 2 соответствующие матрицы, которая бы дала вот такой спектр. Px плюс y в квадрате, здесь Px плюс y в квадрате. Значит, это соответствует вот этому самому квадратичному спектру. Если три слоя, то может возникнуть вот такая ситуация, когда будет присутствовать три куба. Это соответствует кубическому спектру. Но опять же, это перективистский, но дираковский спектр, потому что там будут касаться две зоны. Зона с положительной энергией, зона с отрицательной энергией. Хотя они касаются не в той, не по линейному закону, а касаются квадратичного, кубического закона. Тем не менее, это вот, совершенно новое развитие там, идеи Дирака на диалектический случай. Ну и в случае, когда у вас нет слоев, вот возникает такой забавный спектр, который имеет далеко идущие последствия. Значит, вот результат сложения трех. Было три слоя. В каждом из них были дираковские феромены, обычные, релятивистские, в смысле релятивистские, но не искусственные, релятивистские.
периода, соединение спектра, цель, их самая скорость фермы. Теперь причины взаимодействия. Возрос причины взаимодействия. Выяснилось, что значит, вот эти три веточки, они разбились на две защели, с плюсом, с минусом, с минусом. Сразу
возникла такая идея. Давайте посмотрим на эту самую графиню, должно быть что-то очень похожее, потому что с самого начала кубический спектр. Это квадратичный спектр или кубический спектр, или еще какой-то. То есть именно то, что мы хотели. Вот. И то, что мы потом сделали с Костроценом и Мишей Зубковым, это рассмотрение уже, что такое анизотропный спиннинг дает для квантовой электродинамики, которые возникают в таких системах. То есть мы гравитацию не смотрели, а смотрели квантовую электродинамику. Потому что нам гравитация не интересна, нам интересна именно электродинамика. Ну и вот оказалось, что действительно там возникает очень много интересного. Я об этом уже немножко расскажу. То есть вместо рама личных гравити, как это называется, у нас рама электроквантовых электродинамиков. Рама личных квантовых электродинамиков. Связано это значит, со скелем. Значит, обычно в литейских системах есть преобразование, масштабное преобразование. И значит, самые идеальные системы, они варианты относительно таких масштабных преобразований. Но агафонное преобразование это вот более общий случай, то, что я вам рассказывал, более общий случай таких масштабных преобразований. Значит, при этом предполагается в этих масштабных преобразованиях, что время и координаты, они преобразуются одинаково, потому что есть симметрия Лоренца. Вот. А если симметрии Лоренца нет, то, значит, то скеллинг может быть такой, что, например, координаты преобразуются с масштабом b, а время преобразуется с масштабом b в кубе. Или b в квадрате. Вот например, для квадратичного графена будет как раз b в квадрате. Значит, при этом действие, которое потом получило на больших энергиях, оно выглядит таким образом. Например, d3 из dt на r в кубе, где r это кривизна. Но обычно гравитация описывается линейно по Эйнштейновскому члену, когда состоит r. Вот, он говорит, что больших энергий, давайте будем сделаем R-куб, тогда это масштабные варианты, и поэтому там все, что мне нужно, оно сократится. Ну и все, мы увидим, что оно масштабные варианты. Почему? Потому что кривизна, она ведет себя как единица на масштабах квадрате. Это кривизна. Это вторая производная метрическая тензор, значит, это единица, она ведет себя при масштабном превышении как единица на квадрате. А если мы возьмем в кубе, то будет b-6. А при этом сами координаты они ведут себя как b, то есть здесь b в кубе, и время себя само ведет себя как b в кубе. То есть это оказывается масштабным инвариантом. Поэтому значит, он говорит, что квантовая гравитация работает. А у нас значит, вместо действия для гравитационного поля мы рассмотрим действие для электромагнитного поля, что интересно для графина и квантовой электродинамики. Значит, в результате, ну, давайте посмотрим, что, как описывается действие, как ведется действие на квантовой электродинамике в случае, когда единицы с массовыми фермионами. Сначала релятивистский случай или случай, который просто в гелий-3, или в полуметаллах с этими бесконечными точками. Значит, там обычно скиллинг, то есть x координаты такого масштаба преобразования такого времени. И когда квантовая электродинамика, действие закона электродинамики, оно записывается вот в таком виде, это фактически бегущая константа связи, но поскольку фермионы безмассовые, то обрезка идет на самом поле. Вот. Ну и видно, что это b в кубе, это b. Магнитное поле – это единица на b в квадрате, ну, единица на радиус соответствующего магнитного поля, характерно, это единица на корень b, это оно ведет себя как единица на b в квадрате, то есть единица на b минус. То есть b минус 4. Электрическое поле – тоже b минус 4. В результате это получается полностью инвариантом относительно преобразования масштаба и Лоренцем. Но советую обратить внимание
Значит, опять же, когда для геометрии я получил вот это выражение, то я был это самое. Пошел к Грибову и сказал, что какая странная вещь. Получается, что значит, вот здесь что-то странно, потому что если у меня B станет меньше, чем электрическое поле, то получается оно это самое, мимо логарифма. А что это такое? Но оказывается, это есть не что иное, как рождение пара в электрическом поле. То, о чем говорил Славский, да, предыдущий доклад. Вот. Просто он рассказывал про рождение пар в поле, причем пары эти массовые и массивные, поэтому там возникала экспонента, которая содержала массу в квадрате. А здесь никакой экспоненты нет. И мимо часть действия оно просто дает вам вероятность рождения пар в электрическом поле или в массовом поле в геометрии, в нашем искусстве, в поле, которое мы создаем. Значит, мимо часть действия дает вам вероятность единицы времени, единицы объема рождения пар, которые профессионально мимо части, допустим, B равно 0, которые дают просто касание не выбрать. А если бы это было рождение пар массивных, то помимо этого квадрата стоял бы еще экспонент от минус t в квадрате по времени электрического. А поскольку масса равна 0, то это еще не будет. Просто такая вещь. Теперь, что происходит в однослойном графине? Однослойный графин — это два плюс одномерные характеристики квантовой электродинамики. А два плюс одномерные характеристики квантовой электродинамики действия, оно совершенно не напоминает наше обычное v в квадрате минус e в квадрате. Оно выглядит v в квадрате минус e в квадрате в степени 1000. Но почему так? Ну, оно должно быть масштабным элементом. Это в квадрате. Не в квадрате, а в квадрате. Здесь, потому что это двумерие, это b. Это пока один слой, там спектр линии, то есть характеристики. И здесь должно стоять b минус 3. А b минус 3 может получиться только если магнитное поле в степени 3 штанга. Вот сюда возникает вот такая вещь. Теперь мы можем посмотреть, что если магнитное поле меньше, чем электрическое, то все равно равнение. Тогда здесь возникает мимо часть, сразу потому что здесь минус 1 в степени 3 штанга. В результате положено это будет в 2 степени 3 штанга. Мнимая часть дает вам рождение пар в таком поле, которое позволяет именно электрическому полю в степени 3 штанга. То есть это обобщение, ну, можно посчитать электрический дом, связанный с рождением пара. А в умерном, в смысле, в условиях графина, когда возникает вот такой спектр, значит, видно, что уравнение для спектра Германа по квадрату, ну, вариант относительно вот такой замены. Х, когда это масштабируется с масштабом, а время должно масштабироваться в квадрате. Да? Энергия вот как единица в квадрате. То есть как по-моему. И тогда действие, оно будет иметь вот такой вид. Значит, оно действительно профессионально проводится. Да, причем электрическое, магнитное поле и электрическое поле, они преобразуются по-разному. Потому что магнитное поле, оно как единица на магнитное в квадрате, а электрическое поле нет. Оно как единица на время и на масштаб. Потому что это вектор потенциал с точкой. А раз с точкой, значит d по dt, то есть единица на t. Единица на t, значит, будет масштаб как единица на будет квадрате. Кроме того, вектор потенциал сам как единица на будет. Представляете, единица на будет. То есть магнитное поле и электрическое поле, они ведут себя совершенно по-разному.
И понятно, потому что система стала нерелятивистской, и уже связи релятивистской между магнитным полем и электрическим полем уже нет, оно исчезло. Вот. В результате действие будет построено в квадрате на некую безразмерную величину от безразмерного параметра, который зависит от квадрата электрического поля и полного магнитного поля. Вот квадрат электрического поля это 1/6 и вновь поле. Ну и асимптотики, они совершенно разные. Если привлечь электрическое поле, посмотрите, то магнитное поле, то есть в пределе, когда вот этот параметр является нулевым, то есть электрическое поле, маленький, много меньше единиц, тогда если можно привлечь и электрическое поле, и тогда будет квадрат, но логарифм от единицы не квадрат. То есть очень похоже на то, что возникает в релятивистской системе безмассовых фермионов. А здесь не релятивистская система, но зато двумерная и с квадратичным спектром. Вот. А если посмотреть действие электрического поля, ну, опять же, содержит нервную часть. И раз он содержит нервную часть, то рождение пар механизма Шиллера процента электрического поля 4/3. Но это самое. Это уже вообще действие совершенно для разных числа слоев, но там много чего интересного. Возникающий у нас алгоритм, там тут тоже. Так, теперь давайте перейдем к еще один сценарий, связанный с топологией. Это сценарий, связанный с появлением так называемого flat band, то есть совершенно плоская зона с энергией нуля. И возникает он очень плотно. Так вот, значит, спектр в степени R и минус в степени. А что теперь будет, если в R стремим бесконечности? Ну ясно, что если P меньше единицы, ну в каких-то, естественно, размерностях, там на самом деле P выделение. Обращается в трехмерную, значит, мы наблюдаем такую вещь.
возникает вот на поверхности, возникает вот этот вот flat band. Вот это бездисперсионный спектр с нулевой энергией. Причем, значит, он ограничен, P меньше P0, какого-то. Откуда это по нулю получается? Получается его мало. Оказывается, значит, вот из тех веток, которые раньше были со щелью, при стремящемся бесконечности начинает образовываться линия нулей по нулю. То есть возникает такая линия нулей, которая описана с тем же самым топологическим моментом. И если спроецировать эту линию нулей на поверхность, то она даст как раз границу этого флэтбэнда. То есть это чистая топология, не решая никакой задачи. Но если вы знаете, что есть нули в спектре в объеме, которые обладают какими-то топологическими элементами, то вы можете сразу сказать, что на границе этой системы, на границе этого вакуума, на границе этой консервной среды, на поверхности всегда возникнет спектр с нулевой энергией во всей области импульсного пространства, ограниченного проекцией вот этой линии на поверхности. Чисто это было ничего большого. То есть из одной топологии это очень пример того, что можно, не решая никаких задач, знаю, просто топологического существования, топологических конкурентов, предсказать поведение различных систем. Ну, то же самое существует на границе самого односложного графика. То же самое существует в карте сверхпроводимости, которая температурная сверхпроводимость. Все описывается то же самое топологии. Так, я не буду рассказывать, как это возникает, хотя очень могу поэтому потратить на это. Значит, возникает это вот зачем? Можем провести контур в трехмерном импульсном пространстве, который описывает объемный графит. Это контур, и это контур, который начинается и оканчивается в зоне проявления. Этот контур может быть, находиться внутри. Спираль может находиться вне спирали. Так вот, если он находится внутри спирали, то он соответствует так называемым топологическим изолятору одномерным. То есть у него нет никаких нулей внутри, но он обладает этим конкурентом. А тот конкурент прямо вот интеграл вот по этому контуру от вот этот вот интеграл вот по этому контуру. А свойство топологического изолятора такое, потому что сразу скажу, потому что это очень важно, свойство топологического изолятора, оно заключается в том, что в объеме топологического изолятора есть щель, зато на поверхности существует нулевой модуль, то есть существует состояние сразу с нулевой энергией. И это вот для топологических изоляторов очень важно. Ну, это, например, одномерный топологический изолятор, на его поверхности должна быть точка, где энергия вращается в нуле. Поскольку таких топологических изоляторов наделан очень много, с разных импульсов, в зависимости от контура, то точки будут везде, вот в этой области. Здесь они уже не будут, потому что здесь топологический момент проявлены, и других точек нет. Так, теперь каковы область, для чего это зона? Это вот то, что происходит в так называемом ромбоэндрическом графите, который на самом деле не такой идеальный, как мы хотели бы, когда строили из нашего графена систему трехмерную. Он не настолько идеальный, потому что там вот эта симметрия, которая нужна, чтобы градус сохранился, она чуть-чуть слегка нарушена за счет взаимодействия. Ну, не важно. Важно то, что вместо вот этой линии возникает система поверхности фермы. Дырочная поверхность, электронная поверхность.
говорит, что электроны, они связаны между собой. То есть если бы вот эта симметрия не была порушена, они бы вырождали вот эту самую линию. И проекция этой линии на границу давала бы как раз вот эту зону спектра с нулевой энергией. Здесь же вот примерно спектр с нулевой энергии. И значит, были работы, которые не проверены, в которых утверждалось, что система может быть, ну, вот здесь тоже пример, вот обычный графит настоящий, то травматическое встречается в 10% случаев, а это в 90% случаев, и тут тоже есть вот, вот эти сосиски, которые вырвали в линию, если бы была точная симметрия, но при этом проекция на вот эту поверхность равна нулю, называется проекция на боковую поверхность. На боковой поверхности должно быть состояние с нулевой энергии. Так вот, значит, были непроверенные сообщения, что в таких системах могут возникать, не то что не могут возникать, а что в таком графите, вообще в графите, а графит на самом деле не так уж хорошо исследовался. Разные группы дают разные результаты. Но вот сейчас все больше и больше появляется работ, которые утверждают, что в граффити они видят сверхпроводимость при комнатной температуре. Откуда такое можно взяться в обычном граффити? Вот. Ну и вот я вам покажу, как это может быть. На самом деле, про эти работы мало чего узнал экспериментально, это мы просто получили, исходя из просто наших технологических соображений. Значит, дело в том, что на вот этой поверхности, на границе, там, где вот существует спектр с нулевой энергией, там очень большая плотность состояния. И из-за этой большой плотности состояния, просто гигантской плотности состояния, из-за этой гигантской плотности состояния у вас возникает температура перехода на сверхпроводящую, которая может быть большая. Вот это уравнение на щель. Вот обычно уравнение приглашало щель, а G – это константа связи, которая обычно считается маленькой. Поэтому обычно температура перехода, она экспоненциально мала. Потому что если взять обычный, обычный металл, такой стандартный металл, то из этого уравнения E от V – это корень квадратный из энергии в квадрате плюс дельта в квадрате. То, что обычно для сверхпроводника. И поэтому это уравнение на щель. То есть отсюда мы и температура перехода, она обычно профессионально это щель. Ну, там с каким-то коэффициентом порядка единиц. Так вот, если поставить, взять обычную сфероповерхность с обычной плотностью состояния, то температура перехода будет порядка какой-то там температуры, положим вот на экспоненте. В этом экспоненте вот этот параметр G, который осуществляет койперовское испаривание, он стоит в знаменателе экспонента. То есть если G, ну, напомню, стоит маленького, да, то это экспоненциально мало. Вот с этим вот обычные сверхпроводники, у них всегда температура перехода маленькая, порядка 1 кельвина. По сравнению с масштабом, характерными для металлов, характерными для масштаба, там, допустим, 10 электронных вольт или сколько это было, там, в общем, 10^4, даже больше, ну, 10^5 кельвина, 1 кельвин, это, допустим, возникает, не знаю, высокой температуры сверхпроводимости возникает 100 градусов, примерно, тоже но вот если мы возьмем состояние, в котором имеется на поверхности имеется спектр с нулевой энергией, то что стоит здесь, E от P, значит, E от P равняется эпсилон от P в квадрате плюс дельта в квадрате. Эпсилон от P точно равняется нулю. Поэтому здесь стоит единица на дельта.
Это означает, что дельта сейчас переносится. Да? И мы получаем, что dc параллельно дельта. А интеграл остается d2p по импульсному пространству, где у вас подвыгарное пространство, где энергия обращается в ноль. То есть это площадь вот этого бездисперсионного области, которая содержит бездисперсионные электроны. То есть вы видите, что это кварцевая жир. То есть дельта мы пришли сюда и получили, что дельта кварцевая жир, кварцевая жир. То есть принцип здесь нет никакого экспоненциального ограничения. И поэтому вполне вероятно, что если построить такую искусственную графину, где вот та симметрия, которая необходима для существования топологического варианта, выполняется, то мы могли бы вполне построить сверхпроводимый склон от этих графиков. Ну и двумерном пространстве, для трехмерного уровня. У него две компоненты импульса, у них стрельки.
Поэтому здесь стоит в квадрате, это принцип квадратного распределения. ПЗ для пополнения. Ну и теперь смотрим. Значит, где можно обратиться в ноль от энергии? Ну, естественно, там, где PX равно 0, где PX равно 0. Но если PX стоит равно 0, то P равно 0. И поэтому объем здесь остается. Если n равно 0, то положительно или отрицательно, это не важно, оно все равно энергия то не обращается. За исключением случая, когда энергетический потенциал обращается. Вот. Причем информацию, на самом деле, мы можем обеспечить, не решая никаких уравнений. В этом-то и важно. Топология тела важна, что вам нужно знать наличие того варианта, и нужно знать точное решение. Потому что в реальной жизни точных решений получить практически не может. У нас есть какие-то модели, упрощенные, в этих моделях что-то можно сделать, но точно решать это практически невозможно. Зато если вы знаете, что эта модель, она принадлежит тому же логическому классу, что реальное вещество, то вы можете делать спокойно эту модель исследовать и переносить результаты, которые вы получили к ней, на уже реальные физические системы. То есть это однозначное соответствие между вакуумами, с одним и тем же топологическим зарядом. Ну вот, значит, как записать этот топологический заряд? Ну, опять, ставим матрицы 2 раза через G1, G3, G4, напишем топологический заряд и сосчитаем. Окажется, что если химпотенциал больше нуля, то мы получаем вот этот вот скирмион, у которого вот этот топологический заряд равен 1. А на этом уровне приведу больше нуля. А при уменьшении пишут значение топового варианта, 3 раза значение потенциала. Значит, если гипотенциал положительный, то вакуум, это наш двумерный, вакуум-закономерный элемент, он заряд 1. То есть это две тривиальные топологические заряды. А если гипотенциал дешевле, то вычисляя этот вариант, получаем 0. И это означает, что этот изолятор, он логически тривиален. То есть на его поверхности нет никаких нулевых модулей. А теперь, что происходит, когда мы меняем гипотенциал и положительный отрицательный? Значит, топологический вариант, он не может меняться непрерывно, он может меняться только скачком. Вы видите, мы были либо плюс 1, либо минус 1, либо 0, либо плюс 2 и так далее, само число. Поэтому при переходе, если мы не можем адиабатически перейти из этого вакуума, меняя параметры химпотенциала в этом вакууме, адиабатически нельзя. Это значит, что в промежутке мы должны пересечь какой-то нулевой уровень. То есть щель должна закрыться. Энергия где-то должна обратиться в нуль. Действительно, когда химпотенциал обращается в нуль, действительно, вот при нулевом потенциале энергия обращается в нуль при Х, при Y, при Y. Все как положено. То есть мы даже не глядя на гравитацию, мы будем сказать, что вот обязательно, когда мы какой-то параметр пересекаем с этого заряда, здесь по промежуточному состоянию должно быть обязательно вещевое. И это вещевое состояние, оно, значит, это резонансное самое, тут два средства. Первое, это то, что если вы будете смотреть границы между двумя такими состояниями, обязанности содержать нулевые моды. А второе, это то, что в релятивистской теории предложил Каплан в свое время. Он говорил, что наша вселенная материальная, живем мы на границе между двумя вакуумами, то есть уже в 3 плюс 1 границы 4 плюс одномерного пространства. С обоих сторон у нас разные топологические варианты, и поэтому на границе у нас обязаны быть нулевые моды. То есть это еще один способ происхождения гераклитских точек за счет существования одномерного пространства. Ну, я, по-моему, все сказал, примерно только добраться до такого вывода, но это уже практически невозможно. Нам
Пессимистически. Жизнь ограничивается. Нет, это просто.